Разделенному на две части городу Одинцово путепровод необходим давно. Связать 8-й микрорайон с центром планировали еще в прошлом десятилетии. Даже начались работы. Строители обещали ввести эстакаду в строй к сентябрю 2007 года. Однако планам не суждено было сбыться. В 2009-м стройку заморозили. И теперь, чтобы добраться до 8-го микрорайона, одинцовцам приходится ехать окольными путями. Через промзону, которая усеяна железнодорожными переездами. Прошлой осенью глава района Андрей Иванов сообщил о возобновлении строительства эстакады. И в январе 16-го вновь работы продолжились. Сегодня этот объект находится на особом контроле у районных властей. На днях Андрей Иванов снова посетил его с проверкой и выяснил, на каком этапе находится строительство. По состоянию на сегодняшний день выполнено порядка 70% объемов работ запланированных. Значит, самый главный этап завершен – это металлическое пролетное строение, самая трудоемкая часть. Сейчас работаем, основные работы проводятся на коммунальном проезде. То есть, как вы видите, делается подпорная стенка, пролетное строение эстакадной части. Второй фронт работ – это со стороны улицы Маковского. Значит, основное – это идет отсыпка насыпи подходов. Сейчас на объекте трудится около сотни строителей. Работы ведутся круглосуточно. Заказчик объекта заверил главу в том, что строительство идет согласно запланированному графику. А это значит, что до конца этого года объект будет сдан, и в январе следующего по эстакаде поедут первые автомобили.